В Перми на камеру местного жителя попало необычное явление. Удалось запечатлеть схватку двух котов, которую комментировали неравнодушные вороны. На видео два хвостатых напряженно стоят друг напротив друга, время от времени толкаясь и наступая на противника. А рядом с котами бегают вороны, которые то ли подстрекают, то ли пытаются разнять пушистых. Очевидец добавил, что в итоге дуэль животных так и не переросла в драку. И слава богу, сам очевидец не пострадал.